Reppin', oh my God, if I die, I'm a legend. Oh my God, if I die, I'm a legend. Привет всем, с вами я, Данила Громов, а.к.а. D104X. И сегодня у нас FIFA потихонечку возвращается на канал. И первым делом я хочу открыть паки, которых у меня просто достаточное количество. А спонсором данного видеоролика стала группа «Магазин Блокнот». Там вы сможете заказать скетчбук, светящийся скетчбук и записную книгу. Огромнейший выбор дизайна под ваш стиль. Они находят подход к каждому клиенту. Продукт уникален своим дизайном и материалами из дерева. Ну а цены вас приятно удивят. Ссылку на группу я оставлю в описании. Как мы все знаем, в FIFA уже больше месяца выходит тот с карточки. Я по этому поводу даже не снял ни одного видеоролика. На стриме пооткрывал несколько паков, где, в принципе, поймал только одного тотца. Сегодня с утра я поймал крутую карточку Салаха, которую я продал за 600 тысяч монет. И у меня появились 600 тысяч монет, на которые я сегодня буду открывать паки. Команду недели на сегодняшний день не очень, поэтому давайте будем рассчитывать только на тотцев. Итак, первый пак я открываю. Это пак за 7500. Вот это поворот! Блин, я дурак, я забыл то, что я не включил запись. Сорян, тупанул, волнуюсь, первый раз фифу снимаю. Пак за 25 тысяч монет, где все предметы редкие. Это самый мой нелюбимый пак. Теперь, хоть я когда-то в нем и поймал Криштиану Роналду, но с того времени в этом паке мне, можно сказать, ничего не падало. Вот Лаврен, но это не прям не кстати. Я все-таки рассчитываю сегодня поймать хотя бы одного тотца. Это главная задача на данный видеоролик. Но пока что мне выпадает Коман из Баварии, который, в принципе, неплох, но FIFA заканчивается, и этот игрок уже ничего не стоит. Последний пак за 25 тысяч монет, наконец-таки, потому что здесь звезда побольше, и это Субашич. Ну, будем считать то, что паки за 25 тысяч монет хотя бы что-то нам дали. Мега набор. Пак за 35 тысяч монет, и это волкаут. Волкаут, я не видел, какая звезда. Это тотс. Это первый тотс на видео. Блин, точнее, какая звезда, какой флаг. Италия. И это кто? Вратарь. Джанлуиджи Буффон не выпадает. Блин, это офигенно. Я честно не до конца не рассчитывал то, что мне хоть какой-то тотс выпадет. И увидеть сейчас Буффона, это очень круто. Я честно переживаю только из одного, то, что это вратарь, и у него будет маленькая цена. Просто даже на это смотреть очень приятно, я скипаю. В принципе, там уже, наверное, ничего не выпало, но Буффон, Джанлуиджи Буффон, это очень круто. Первый пак за 35 тысяч монет удался, и он стоит минимум 280 тысяч, и это, блин, круто. Всего лишь 7 его карточек есть на трансферном рынке, и одна у меня в клубе. Ребят, этот покупник уже достоин лайка, я надеюсь, вы его уже поставили. Но у нас паки еще не закончились, и мы переходим к следующим пакам. Последний пак за 35 тысяч монет, здесь у нас звезда побольше. Это Эвертон и Лукаку. Лукаку, кстати, тоже неплохой игрок. У него была нереальная тотс-карточка, но я ее уже пропустил. Приступаем. Первый пак. Волкаута нет, поэтому ничего тут крутого и нет. Последний пак за 50 тысяч монет, который мне достался, можно сказать, бесплатно, но тут тоже ничего такого нет. ППшник — это Витоло. Минимум 2 пака по 125 тысяч монет. Я их в жизни ни разу не открывал. Сейчас будет первый мой пак за 125 тысяч монет. Открываю. И ничего, походу, не увижу. Ну, две карточки каких-то будут. Но это для КЗ. Ну, Канте 10 тысяч стоит. Для КЗ где-то 15. В принципе, выпали игроки, но ничего такого крутого я не увидел. Все-таки мы хотим увидеть тотс-карточку. Еще как минимум одну тотс-карточку. Поэтому мы открываем еще один пак за 125 тысяч монет. Хотим тотса, а видим опять большую карточку. Это даже не Марсело, это Филиппо Луис. Но нет, это не то. Давайте 125 тысяч оставим напоследок и откроем два пака по 100 тысяч монет. Ну, принеси мне хоть одного еще тотца, а он мне приносит вот такое. Лысому из Бразерс выпал лысый из Бразерс. Ну, я не знаю, что говорить. Нужен тотц, просто нужен тотц. Я открываю пак, и нету никакого волкаута, и вообще ничего нету. Но, блин, говорил то, что нужно заканчивать. Паки за 125 тысяч монет выпадает лучший рейтинг 82. Ну, это что такое? У меня
осталось ровно 100 тысяч, и мы открываем этот пак за 100 тысяч монет. Здесь ничего не выпадает, ведь никакого нам тотса больше, ничего. Прискорбно, очень прискорбно, но с другой стороны, если бы я не открыл эти паки, то я бы не был бы собой доволен. Ну, значит, нам сегодня нужно радоваться вот именно этой карточке. Джанлуиджи Буффон — это легенда мирового футбола, и вы все это сами знаете. Я очень рад, что он мне сегодня выпал, но на этом мы не прощаемся с тотс карточками FIFA 17, мы будем их еще ловить, как и на стриме, так и на видеороликах. Ну, а невидимые часы на моей руке показывают то, что нужно заканчивать видеоролик, так что с вами был я, Данила Громов, aka D104X. Я надеюсь, вам понравился такой контент, и мы с вами уже скоро увидимся. Всем пока!